Привет, прогрессивные друзья, это истинный следователь. Про еду поговорим. Хороший кетчуп Слобода, это с ароматной зеленью. Это к тому, что много роликов про плохую еду, потому что так и есть. 99% плохой еды. И хорошая, она просто недоступна людям. Причем это может быть плохая еда, не обязательно и самая дешевая. Просто она по составу плохая, либо просто цену завышает. Ну вот кетчуп Слобода, он из дорогих. Стоит там около 80 рублей, но этот я за 50 купил, где-то в Пятерочке. Видите, написано высшая категория. В составе у кетчупа не должно быть добавок всяких крахмала, камедий. И вот состав, смотрите. Томатная паста. И нету никакого хлама, крахмала. Пюре там может быть все угодно. Вот, так что покупайте его. Вполне вкусный. Но именно вот это вот с ароматной зеленью почему-то мне не очень понравилось. Какой-то шашлычный перед этим я купал. Просто по вкусу больше мне нравится здесь. Как-то менее мне привлекательным показался. Так что прекрасно я все вижу, что плохое, хорошее есть. Но так получается, что чиновники кормят народ говном. Пока, ребята.